Начальник областного управления МВД начал знакомство с регионом. На прошлой неделе Сергей Солодовников побывал в Яранском районе. Межмуниципальный отдел МВД объединяет сотрудников 5 районов – Яранского, Арбашского, Кикнурского, Санчурского и Тужинского. На встречу с новым начальником регионального управления пришли члены общественного совета, главы районов, ветераны, работники яранских предприятий. Участники встречи высказали обеспокоенность сокращением численности личного состава полиции. Участковый должен быть в народе, участковый должен быть на улицах города, участковый должен быть среди вас. И надо понимать, что основная задача наша, если так в целом говоря, вот отойдя от цифр, первое, чтобы вы видели на улицах города милиционера, а вы как граждане, я это так всегда формулирую для себя, могли дойти от станции остановки до дома спокойно, чтобы вас, так сказать, не ограбили, будем так говорить. Ограничение продажи алкоголя, наведение порядка в городских скверах и садах тоже беспокоит жителей. Начальник управления обещал разобраться по конкретным фактам, а некоторые вопросы решал сразу. Так, в один из магазинов, где, по словам яраничей, торгуют алкогольной продукцией днем и ночью, а территория вокруг вся захламлена, Сергей Солодовников отправился сразу после встречи. Визит генерала полиции стал неожиданностью для владельца и продавцов. Однако все необходимые разрешительные документы здесь имелись. Публикации в газете, сдачи интервью с ежемесячной, значит, приема населения и с ежемесячными прямыми линиями. Такая практика будет вводиться в каждом районе Кировской области, в самом Кирове. Ну и, естественно, возобновление в таком большом масштабе действия патрулирования по основным дорогам города сотрудников органов внутренних дел вместе с отрядом ДНД. На личный прием к начальнику ОМВД России по Кировской области пришло более 10 человек. В это же время работала прямая телефонная линия. В ближайший месяц Сергей Солодовников продолжит поездки по районам области. Валентина Палкина, Владимир Подлевских, при содействии пресс-службы ОМВД России по Кировской области.